Курдский город Кабани у сирийско-турецкой границы лежит в руинах, но его жители все равно празднуют победу. Курдские отряды пешмерга освободили город от боевиков Исламского государства после 4 месяцев ожесточенных боев. Тем не менее, международные наблюдатели считают, что в боях за Кабани пока еще не поставлена точка. В окрестностях города по-прежнему скрываются сотни боевиков-исламистов. Война оставила Кабани в руинах. Снесены целые жилые кварталы. Сотни тысяч беженцев из города и его окрестностей пересекли турецкую границу со своими семьями. Всего Турция приняла около 2 миллионов беженцев, 1,5 миллиона из которых размещены в приграничных палаточных лагерях. В одном из крупнейших, лагере Мюршит-Спинаш, многие беженцы с нетерпением ждут возвращения домой. «Мы хотим вернуться домой. Силы безопасности должны нас защитить от возможного насилия извне. Мы должны почувствовать себя в безопасности от этих ужасных типов. Мы надеемся, что нам помогут, поддержат наш народ. Мы хотим вернуться в Кабани и жить там мирно. Хотим убедиться в том, что захватчики больше не вернутся». Турецкие власти надеются, что уже к лету смогут позволить беженцам вернуться домой. Но пока военные не могут гарантировать безопасность мирного населения в приграничных сирийских городах.